Всем привет, я рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу познакомить вас с отелем Spice Hotel & Spa, а именно с концепцией, услугами и, конечно же, сервисом. Не забывайте подписываться на канал, оставляйте лайки, комментарии и колокольчик, чтобы не пропустить видео, которое выйдет уже очень скоро. Надеюсь, мой обзор поможет вам в выборе отеля для вашего отдыха. Приятного просмотра! В первой части я покажу лобби, завтрак, мини-клуб, спа-центр и территорию. Отель расположен в 35 километрах от международного аэропорта Анталии, в городе Белек. В аренду можно взять велосипед. На террасе есть зоны для отдыха и качеля. В отеле имеется роскошное лобби, в дизайне использованы мавританские декоративные элементы. Множество зон для отдыха. Магазин с сумками и обувью. Здесь можно выпить чай, кофе, фреши, съесть сухофрукты и орешки.
Продается мороженое Мувенпик, его цена 12 евро. Лобби-бар полностью сделан по мотивам фильма «Касабланка». Он работает 24 часа. Вы можете заказать безалкогольные напитки, импортные алкогольные напитки, а также коктейли. Открытая терраса с видом на территорию и море. Посмотрим номер категории «Сьют». Первая комната с двуспальной кроватью, телевизором, также есть электрический чайник, набор чай, кофе и вода. Рядом находится ванная комната. Большое зеркало, маленькое зеркало, фен, именная косметика. Во второй комнате диван, две односпальные кровати, телевизор и выход на балкон. В шкафу набор для обуви, халата и тапочки. Завтрак в главном ресторане с 7 утра до 11:00.
оливки, маслины, мясные и сырные нарезки. Свежие овощи, яичница и менемен, вареные яйца, жареные яйца и сыр халуми. Овощи на гриле и сосиски в томате. Тосты и грибы. Блины и панкейки. Брокколи, цветная капуста и отварная куриная грудка. Гречка и три вида молочных каш. Выпечка. Два супа – чечевичный и йогуртовый суп со шпинатом. Из фруктов есть яблоки, апельсины, мандарины, банан, киви, хурма, грейпфрут и груша. Йогурты и фрукты в сиропе. Печенье, сухофрукты, орешки, хлопья, медовые соты. Джемы и халва. Выпечка. Можно взять апельсиновый фреш, приготовить чай или кофе. В ресторане есть детские кресла.
Здесь можно приобрести духи. Фотостудия. Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет работает в зимний период с 10:30 до 12:30 и с 14:30 до 17:30, а в летний период еще работает с 20:30 до 22:30. В магазине можно приобрести плавательные принадлежности, игрушки, сувениры, снеки, уходовую косметику, памперсы и сигареты. Кондитерская работает с 13:00 до 18:00. Игровая зона работает с 12:00 до 23:00. Можно поиграть в бильярд, боулинг, игровые автоматы, настольный хоккей, настольный теннис. Также есть множество детских игровых автоматов, поэтому здесь понравится как детям, так и взрослым.
Все аттракционы в игровой комнате за дополнительную плату. Боулинг 5 евро с человека, бильярд 1 час 10 евро, полчаса 7 евро, PlayStation с одного человека 10 евро и жетоны. 3 жетона 5 евро, 8 жетонов 10 евро, 30 жетонов 30 евро и 60 жетонов 50 евро. Еще один магазин, где вы можете приобрести сувениры. Салон красоты. Спа-салон, который открыт с 8 утра до 20:00. В спа находится огромный тренажерный зал для гостей старше 16 лет. Бассейны работают с 8 утра до 20:00. Джакузи. Температура воды в джакузи 30 градусов.
детский бассейн. Температура воды также 30 градусов. Есть специальный вход в бассейн для людей с ограниченными возможностями. Как и два предыдущих, этот бассейн подогревается в зимний период. Температура воды 30 градусов. В баре можно взять воду, соки, яблоки и чай. Сауна и хамам входят в концепцию «Все включено». Они открыты с 9 утра до 20:00. Небольшая зона отдыха. Хамам. Цены на услуги по уходу за лицом, услуги по уходу за телом и массажи начинаются от 40 евро. А сейчас покажу территорию. В отеле имеется два открытых бассейна, они без подогрева в зимний период.
А также есть аквапарк, который я покажу во второй части. В отеле есть такие бесплатные услуги, как ежедневное пополнение мини-бара, диетические завтраки и десерты по запросу, хороший интернет в лобби и номерах, теннисные корты и дискотека. Бар с мороженым работает с 9 утра до 16:00 в летний период. Во второй части я покажу обед, аквапарк, номер, пляж и вечернюю анимацию. Поэтому не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить видео, которое выйдет уже очень скоро. Спасибо за просмотр, пока-пока!